Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляют прогноз погоды на 11 марта. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. По республике в ближайшие сутки погоду будут определять холодный антициклон. На большей части территории республики ожидается погода без осадков. Небольшой снег пройдет по северному побережью Байкала. Ветер западный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 20-25, днем минус 3-8. По центральным районам ночью минус 19-24, днем минус 1-6. По южным районам ночью минус 19-24, днем минус 1-6. В столице Бурятии без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 19-21, максимальная днем минус 2-4. На дорогах города республики местами накаты, говорится, будьте осторожны. Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба. В 1972 году Мэвис Хатчинсон завершила в Нью-Йорке свой забег длиной 3000 миль. Она стала первой женщиной, пересекшей всю Америку. Каждый день она в среднем пробегала 45 миль. Это был прогноз погоды, с вами был Олег Шагнанов. Интересно, рискнет ли какая россиянка пробежать всю Россию от Владивостока до Берингового пролива?